Алматы лидирует по развитию малого и среднего бизнеса. Более 360 тысяч субъектов МСБ функционирует в мегаполисе. Мощный импульс придала финансовая поддержка со стороны местных властей. Всего на это было выделено 53 миллиарда тенге. Подробнее в материале. Обязательным условием для входа в производственное помещение является роликовая обработка поверхности одежды любого человека, сотрудника. 200 сотрудников трудятся в новом цехе кондитерской компании «Хулпынай», который открылся в мае этого года в индустриальной зоне Алматы. Активное сотрудничество с акиматом помогло развитию бизнеса, говорят в компании. Причина переезда в индустриальную зону Алматы – это наличие возможностей, которые нам предоставляются. Программа по поддержке малого и среднего предпринимательства помогает нам по льготной ставке арендовать территорию. Стоимость аренды за один квадратный метр – 1350 тенге. Это, а также иные виды поддержки делают Алматы лидером по развитию малого и среднего бизнеса. Всего в мегаполисе насчитывается свыше 360 тысяч субъектов МСБ. По сравнению с аналогичным периодом, рост составил почти 6%. Сегодня численность занятых в малом и среднем бизнесе составляет более 900 тысяч человек. 1700 проектов профинансировано по линии МСБ. До конца года этот показатель планируют довести до 2000. Всего на поддержку выделено 53 миллиарда тенге. Ануар Амангельдинов, Влад Шишко, Информбюро.